Брат, опять мы на реке потихонечку плавляясь по течениям. Вот. Сегодня мне понадобится живец, и вот решил взять корчашку. Старый способ ловли мелкой рыбы, наверное, сотни лет уже ему, застал те времена, когда еще в деревнях мужики делали. Из прутьев летали большие такие корзины. Там технологии, времена меняются. И вот мой друг плетет вот такие вот небольшие, аккуратненькие корчашки. Летом я, как правило, не пользуюсь ими. Это на осень парочку беру с собой и живцом бываю обеспечен. Рыбалку. Ну, вот сейчас просто взял. Принципы у всех меняются, материалы меняются, материалы, но сам принцип остается неизменен. Здесь горловину сейчас я обмажу немножко кашкой. Почему сейчас вот специально остановился, пока еду еще до места, может быть, минут 40. Эта кашка подсохнет и не будет так быстро вымываться. Никогда не подводил этот способ, поэтому не стоит менять его. Можно использовать даже ту же прикормку. Вот таким образом поставлю, это все высохнет, а внутрь где-то пакетик у меня потерялся. А вот хлеб, черный хлеб беру и пропитанный постным маслом с анисом, ну какими-то капельками. Можно туда покапать или просто постным маслом. Простая. Мусор никогда не раскидываю. Закрываю кто чем угодно. Кто подберет какую-нибудь крышку ловкую такую. Ну, мне ничего не попалось такого удачного. Просто тряпку и резиночки. Вот и вся кухня. Сейчас все это, пока еду, высохнет. Просто, чтобы подольше не размывалось. Найду местечко, поставим.